Ёлки-палки. Всем привет, друзья. Не пугайтесь. Это изделие, значит, найдено не сегодня, вот и не вчера. Это эхо войны. То есть раньше частенько встречались вот такие вот экземпляры. Ну, не только такие, разные снаряды, патроны, пули. Вот нашу станцию в Великую Отечественную войну бомбили фашисты с самолетов. То есть взлетали целые составы техники, оружия, вот, боеприпасов. Люди погибали. Вот, и вот такие вот штуки часто встречались. То есть когда копали траншеи, там кабели ложили, еще чего-то. То есть вызывали спецслужбы, естественно. Вот. Вот. И вот хочу вам показать, что вот эти вещи вот до сих пор вот дают о себе знать. Вот. Ну и вот у нас станция, то есть был такой случай, я думаю, может это правда, неправда, что вот начальник станции скопил много составов у нас. И, в общем, и в это время вражеские самолеты разбомбили все, что стояло на станции. Ну, из-за этого его расстреляли, начальника станции. Вот за то, что он вовремя все составы, ну, в общем, не увел. Ну, на этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайчонки. До свидания.